Да, прикольно. Фабрика варенья Никельс. Ага. Да, нужно снять кожицу сверху с грецкого ореха. Там пистонерон, где на фиграва. Потом нужно замочить, чтобы вышла горечь. Там пистона 200 евро на мапризе на склирине. Да, потом нужно... Да, потом вываривается в сиропах, в разных. Это грецкий орех. Ну, а здесь, собственно, как раз место, где варенье готовится. Мы находимся на фабрике варенья Никельс, пробуем сладости. Сегодня у нас в гостях Сергей, Анастасия с детьми. Мы пробуем, наслаждаемся и несколько слов о вкусностях. Вкусные. Вкусные, да, рекомендуем. Ладно, спасибо.